точно так же рисовались границы среднеазиатских республик, которые просто разделили там таджикский народ, например, на несколько частей. Большинство таджиков проживает в Узбекистане, в районе, потому что древние таджикские столицы – это не Душанбе. Душанбе в переводе на русский язык – это просто понедельник. Это был понедельничный рынок, который никогда не был городом, который создал просто Сталин как столицу. Сказал, здесь будет столица. А столица таджиков, безусловно, это Бухара. Это благородная Бухара, это Самарканд, это Термез, это там Ибн Сина, откуда родом Авиценна, это под Термезом маленькая, там есть деревушка такая, когда ты проезжаешь. Поэтому эти границы, естественно, были безумными, и прежде чем подписывать Беловежское соглашение, то есть они не были безумными, они были рациональными в логике сталинского государства. Но когда оно завершилось, то мне казалось, что надо было действовать